А то все такие крутые, а как полицейский подойдет к ним, сразу же коленки дрожат. А нам кажется, что перед Аллахом будет вот так вот легко стоять. Мол, альхамдулилля, я же намазы читаю, чё мне бояться? Пророки боялись перед Аллахом предстать, переживали. Пророки, говорю вам, пророки, которым рай был обещан. Они были напуганы и обеспокоены, а мы с вами, мол, расслабься. Чё ты мне рассказываешь, дружище? Они переживали, а мы с вами типа, да ладно, чё ты, расслабься. Аллах прощающий, милосердный. Слышали, что так говорят? Аллах в Коране это говорит, не так ли? Его милость объемлет всякую вещь, люди постоянно мне говорят. Аллах говорит в Коране, его милость объемлет всякую вещь. Что ж получается? Ты понимаешь Коран лучше,